погодка, пик жары. Именно сейчас стоит задумываться о том, чтобы подготовиться к зиме. Во всяком случае, растения уже перестают усваивать азот и сосредотачиваются на калии и фосфоре. Температуры выше плюс 30 градусов продержатся в Хабаровске все выходные. Максимум в плюс 33 будет наблюдаться в субботу, в воскресенье плюс 31. Так погода дает нам почувствовать, что творится сейчас в тропиках. Так сказать, это курорт с доставкой на дом. Но в Китае в то же время сложилась сейчас дальневосточная аномалия. В воскресенье она начнет проникать в Хабаровский край. Сначала проявит себя в виде облачности, а со второй половины дня будет уже грозить дождем. С этого момента в регионе начнется период неустойчивой погоды. Всю неделю будут идти кратковременные дожди, а также ливни с грозами. Все в сопровождении прохладных восточного и северо-восточного ветров. Безоблачная пауза будет наблюдаться 25 и 26 июля. Температурный фон недели – плюс 29, это в начале, и в конце недели уже до плюс 25. Забегу дальше и скажу, что в конце июля, начале августа синоптики ждут прихода супертайфуна, который сейчас только формируется в тропиках. Так что в районе 2 августа нас с вами ждут осадки. До этого времени необходимо успеть убрать лук, чеснок, закупить зонтики и резиновые сапоги. Ну, а наша съемочная группа отправляется в отпуск. Потом увидимся.